На всю жизнь вместе, да, Оля? Да, Максим. Любишь? Люблю. Очень. Очень. А козу, на которую мы пашем, берешь обратно? Беру. А саху берешь? Беру. А я сама берешь? Нет, не беру. Не берешь? Нет. Ну что, может, не будем расписываться? Пока не поздно, решай сама. Как думаешь? На 98-м году ушла из жизни советская актриса, народная артистка СССР Вера Кузьминишна-Васильева. Вера Васильева родилась в 1925 году в Москве. Актерское образование получила в Московском театральном училище. В 1948 году вошла в труппу театра «Сатиры», где прослужила более полувека и сыграла свыше 60 ролей. В кино Вера Кузьминишна дебютировала в 1947-м, сыграв Настеньку в фильме «Сказание о земле сибирской». 13-й прокол делаю, ответ от вас никакого. Слово серебро, молчание золото. Ну да, вам только смешки надо мной. А вы думаете, мне вот этот чай, он так себе? Он мне вреден. У меня от него изжога. А вы дуйте. Так ведь чай можно остудить, а не сердце. А может, ваше сердце на Кубани оставлено? Да что ж я, петух какой. Да нет, зачем же? Однако чужая душа потемки. За эту роль актриса была удостоена сталинской премии. Дальше были картины «Свадьба с приданым», «Чуки Гек», «Приезжайте на Байкал». Папа не приедет. У него много работы, его не отпускают в Москву. Ну вот, папа не приедет. Да, папа не приедет. Но зовет нас всех к себе в гости. Раз он нас зовет, так мы всякие и поедем. Ты глупый. Ведь туда надо поездом ехать 1000 километров, да еще 1000. А потом через тайгу на санях лошадьми. А там наткнешься на волка, на медведя. Все же большая часть киноработ актрисы были фильмами-спектаклями, которые ставились, как правило, театром сатиры. Светлая память актрисе и соболезнования родным и близким –